Здравствуйте, друзья! Сразу после выхода материала на нашем сайте tatufoto.com про все про татуировки Зейна Малика. Мы подготовили его видеоверсию для нашей аудитории на YouTube. Приятного просмотра! Все про татуировки Зейна Малика. Зейн Малик, имя которое стало известно миллионам любителей музыки по всему миру, начал свою карьеру в поп-группе One Direction. Эта группа, быстро завоевавшая любовь фанатов, стала одной из самых успешных бойз-бендов начала 2010-х годов. Зейн выделялся своим уникальным вокалом и стилем, что сделало его одним из самых ярких участников группы. Однако в 2015 году Малик решил покинуть One Direction, чтобы начать сольную карьеру. Его первый сольный альбом, Mind of Mine, выпущенный в 2016 году, показал миру нового Зейна, более зрелого, смелого и экспериментирующего с музыкальными жанрами. С тех пор он выпустил несколько хитов, которые заслужили признание критиков и любовь поклонников. Татуировки Зейна Малика – это неотъемлемая часть его образа. С годами он превратил свое тело в холст для искусства. Каждая татуировка рассказывает свою историю, отражая его мысли, чувства и важные моменты жизни. Для Малика, как и для многих других артистов, татуировки – это способ самовыражения и искусственное отражение его внутреннего мира. Многообразие его татуировок привлекает внимание не только поклонников, но и ценителей искусства тату. Символизм и значение татуировок Зейна. Татуировки Зейна Малика – это не просто украшение тела, а глубоко личные символы, которые отражают его жизненный путь, убеждения и ключевые моменты карьеры. Каждая татуировка имеет свое особое значение, став знаковым элементом его образа. Одной из самых заметных татуировок Зейна является тату на шее в виде облаков и молнии. Эта татуировка символизирует переменчивость жизни и его готовность сталкиваться с непредсказуемостью судьбы. Также это может быть отражением его карьеры, которая, как и погода, часто меняется и полна неожиданностей. На его правой руке вы можете увидеть татуировку в виде цветка лотоса. Лотос – символ чистоты, просветления и возрождения, что может отражать его стремление к личному росту и развитию, как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Не менее значимая татуировка с изображением пера на задней части головы. Перо часто ассоциируется с письмом и творчеством, что напрямую связано с карьерой Зейна как певца и автора песен. Эта татуировка может символизировать его любовь к музыке и стремление к самовыражению через искусство. На левой руке у Малика изображен тигр, который символизирует силу, стойкость и дерзость. Это может отражать его характер и отношение к жизни, где он, подобно тигру, не боится преодолевать трудности и всегда идет вперед. Эти и другие татуировки Зейна Малика не только украшают его тело, но и являются ключом к пониманию его личности и мировоззрения. Они позволяют проследить его жизненный путь, отражая важные события, переломные моменты в карьере и личные убеждения. Все это делает его татуировки не просто элементами стиля, а глубоко символическими и значимыми. Эволюция стиля татуировок Зейна Малика. Стиль татуировок Зейна Малика претерпел значительную эволюцию с течением времени, отражая его личный рост, изменения в карьере и художественные предпочтения. Эта эволюция не только показывает разнообразие его выбора, но и демонстрирует глубокую связь между его искусством татуировки и личной жизнью. В начале своей карьеры в One Direction татуировки Зейна были более простыми и традиционными. На этом этапе его татуировки в основном состояли из небольших символов и надписей, которые часто были связаны с важными для него людьми или событиями. Например, небольшие знаки или слова, которые были лично значимы для него в то время. Со временем, по мере того, как Зейн начал свою сольную карьеру и стал более самостоятельным в своем искусственном выражении, его выбор в плане татуировок стал более смелым и разнообразным. Он начал экспериментировать с более крупными и сложными дизайнами, включая портреты, символические изображения и сложные узоры. Эти татуировки часто занимают значительные участки его тела, что указывает на растущую уверенность в самовыражении через искусство татуировки. Особенно заметно, что Зейн использует различные стили и техники татуировки. От традиционных черно-белых рисунков до цветных и реалистичных изображений, он исследует широкий спектр стилей татуировок. Также видно, что он не боится экспериментировать с разными техниками и подходами, что делает его татуировки уникальными и личными. Эта эволюция стиля татуировок Зейна Малика является отражением его пути как артиста и человека.
Каждая новая татуировка добавляет новый слой к его истории, делая его коллекцию татуировок не только визуально привлекательной, но и исторически значимой для понимания его личности и творчества. Знаменитые обсуждаемые татуировки Зейна Малика. Среди множества татуировок Зейна Малика есть несколько, которые привлекли особое внимание и вызвали значительный резонанс среди публики и его фанатов. Каждая из этих татуировок не только демонстрирует его уникальный стиль, но и отражает определенные аспекты его личности и жизненных моментов. Одной из самых обсуждаемых татуировок Малика является изображение светового меча на его пальце. Эта татуировка в стиле неона выполнена в красном цвете и активируется под ультрафиолетовым светом, создавая эффект настоящего светового меча из «Звездных войн». Это не только выражение его любви к популярной франшизе, но и показатель его творческого подхода к искусству татуировок. Еще одна знаменитая татуировка Зейна – это портрет модели Джиджи Хадид, расположенный на его правой руке. Эта татуировка вызвала много обсуждений, особенно среди поклонников пары, поскольку она была сделана в период их романтических отношений. Портрет Джиджи демонстрирует не только его чувства к ней, но и его готовность выражать свои эмоции через татуировки. Реакция общественности и фанатов на татуировки Зейна всегда была смешанной. Некоторые восхищаются его смелым выбором и способом самовыражения, в то время как другие критикуют его за чрезмерное увлечение татуировками. Тем не менее, его татуировки всегда оставались предметом внимания и обсуждения, что только подчеркивает его влияние в культуре современного искусства тату. Эти и многие другие татуировки Зейна Малика не только украшают его тело, но и служат важным средством для выражения его личности, чувств и убеждений. Их популярность и обсуждаемость говорят о том, что они являются не только частью его образа, но и значимым элементом современной поп-культуры. Татуировки как форма самовыражения. Татуировки Зейна Малика являются не только элементами украшения, но и мощным средством самовыражения, отражающим его художественные предпочтения и жизненные ценности. Они стали интегральной частью его образа как артиста, демонстрируя его индивидуальность и креативность. Каждая татуировка Зейна несет в себе определенный смысл, будь то личное сообщение, воспоминание или просто художественное выражение. Он использует свое тело как холст, на котором изображает значимые для себя символы и образы. Это может быть что угодно, от абстрактных узоров до конкретных изображений, каждая из которых рассказывает часть его истории. Таким образом, татуировки Зейна становятся его уникальным языком, через который он общается с внешним миром. Анализируя соотношение татуировок Малика с современными тенденциями в мире тату, можно заметить, что он часто идет в ногу с последними трендами, но при этом сохраняет свой неповторимый стиль. Он не боится экспериментировать с разными размерами, стилями и расположением татуировок, что делает его выбор актуальным и современным. Это говорит о его открытости к новым идеям и желании исследовать различные аспекты тату-искусства. Татуировки Зейна Малика – это больше, чем просто модный аксессуар. Они являются отражением его внутреннего мира, его истории и художественных предпочтений. Они подчеркивают его как личность, готовую к самовыражению и не боящуюся показывать свою уникальность. Такое использование татуировок как формы самовыражения впечатляет и вдохновляет многих его поклонников и ценителей тату-искусства. Влияние на фанатов и культуру татуировки. Татуировки Зейна Малика оказали значительное влияние не только на его фанатов, но и на молодежную культуру татуировок в целом. Он стал одним из тех знаменитостей, чьи татуировки не просто замечаются, но и вдохновляют молодых людей по всему миру. Для многих фанатов Зейна Малика его татуировки стали символом самовыражения и индивидуальности. Его смелость и креативность в выборе дизайнов и мест размещения татуировок мотивируют молодежь не бояться выражать себя через искусство татуировки. Фанаты часто копируют его стиль или даже делают аналогичные татуировки, видя в этом способ установить более глубокую связь с любимым артистом. Кроме того, татуировки Малика вносят свой вклад в развитие культуры татуировок. Его неортодоксальный подход и использование различных стилей и техник отражают современные тенденции в искусстве татуировки. Это стимулирует тату-мастеров исследовать новые идеи и подходы, расширяя границы возможного в этом искусстве. Также Зейн часто использует татуировки для рассказа о своих личных переживаниях, что делает его татуировки особенно значимыми для поклонников. Это подчеркивает роль татуировок как средство повествования и личного выражения, что также находит отклик у публики.
Влияние татуировок Зейна Малика на фанатов и культуру татуировки неоспоримо. Он не только продвигает искусство татуировок среди широкой аудитории, но и вдохновляет молодежь быть смелее в самовыражении и экспериментировании со своим образом. Его татуировки стали частью культурного языка современной молодежи, отражая изменения в восприятии искусства татуировок в обществе. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com, копирование запрещено. Изображения принадлежат их авторам, предоставлены в ознакомительных целях. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Удачи вам!